Добрый день, ребята и родители! Сегодня мы продолжаем читать рассказы Льва Толстого. Был у Пети и Миши конь, посмотрите. Петя и Миша, и у них была лошадка такая красивая. Был у Пети и Миши конь, стал у них спор, чей конь? Стали они коня друг у друга рвать. Дай мне мой конь. Нет, ты дай мне, конь не твой, а мой. Пришла мама, взяла коня, и стал конь ничей. Вот видите как, можно было вместе поиграть. И тогда бы у обоих была такая красивая лошадка. А теперь Саша был трус. Саша был трус. Была гроза и гром. Саша влез в шкаф. Там ему было темно и душно. Сашу не слышно было. Прошла ли гроза? Сидит Саша всегда в шкафу за то, что он трус. Видите как? Спрятался от грозы и не знает, то ли гроза закончилась, то ли нет. Всего вам доброго и до следующей встречи. До свидания.